Добрейшего морозного. Всем привет из Братска. Вторник у нас сегодня, 5 октября. Туда Усть-Илимск, туда Усть-Кут, туда домой. Ну, как бы переночевали мы здесь без проблем. Там он маленькая за мной стоит. Не хочу человека смущать камерой. Он тоже ночевал здесь. Видите, мы даже парим. О! Минус 3 сейчас на улице. Нормально я тут переночевал сюда. Ну, свиней никто не отменял, поэтому здесь без вопросов. От этого не денешься. Свиньи, они есть везде, к сожалению. Вольво это вчера уехала сразу же почему-то, а КамАЗ это только подъехал. Все, сейчас заедем сюда прямо на Роснефть, заправимся. Вчера что-то лень мне было это делать, надо было посчитать. Нам в любом случае заправляться нужно, потому что топлива у нас не хватит. Поэтому сейчас посчитался, сколько мне надо, примерно прикинул. Заедем по 54.50, заправимся. Ой, хорошо делать. Без вариантов. Поехали, заправимся. Как бы вот эту площадку тоже можно иметь как вариант. Переночевать, потому что ну отсюда ж въезд на Роснефть разрешен. Ну, хорошо, сейчас мы вот прямо здесь станем. Тут как ни крутите, видите, мы и простояли столько дней. В любом случае автономка не выключалась, она у нас мокрая, расход большой, больше, чем у сухой. Плюс постоянные заводки утром, вечером, все равно, хотя и новые аккумуляторы. А, нет, стоять. А, ну нормально, я потом вот здесь, налево и раскручусь. Все правильно. Это можно даже подальше стать, чтобы потом. Плюс заводки, утром, вечером, в любом случае аккумулятор заводить, заряжать надо. Вот, посчитал. Используйте второй поворот направо. Покажите. Затем используйте первый съезд. Посчитал, мне нужно 1230 километров мне до Кемерово. Ну, где-то залью литров 350, я беру с расчетом, что по 30 она возьмет, ну, чтобы уже на воздухе не приезжать совсем. Какой тут пин-код то у этой карточки? Пойдем заправимся и после этого попрем в Тулун. Думаю, пока там заливается, колонка льет медленно. Посмотрим, что у нас тут происходит. А что у нас тут может происходить? Все стоит мертво. Просто мертво. И никуда это все не денется. Так что можно ехать спокойно. И не заморачиваться. Ой, голову ударился. Все просто мертво. Ну и гуд. Пошли заправляться и поехали. Алис гуд. Потерян сигнал GPS. До Кемерово мы залились.
Железное Кемерово. Можно ехать. Ну, то есть манипуляции туда-сюда. Короче, получилось у нас сейчас уже 8:30. Нормально, 3 часа до Тулуна. И в баньку. Ленка сказала, с утра баньку затопит, сестренка. Я говорю, давай, потому что, говорю, от меня уже надо это. Соскребать грязь, а не вымывать. Поедьте 31 километр. Вот здесь я стоял. Нормально. Можно было даже вот там напротив этого стать. Шинного, типа под фонарями. Вообще без проблем переночевал. Братск.
Какой туманчик-то у нас здесь. Ремонт мостика. Да не с меня. Не. Еще себе. С кого-то с другого. Кто-то до меня тут стоял. Красивый водоем. Интересный. Нифига не видно. Видимость метров 50 возле воды. Не, это кто-то до меня тут был. О, свежо. Свежо, свежо, свежо. О, как раз, как я вовремя заскочил. Поехали. Тут там сзади маленькая стала. Ремешок надо одеть. Наверное. Сгоняй, начнут ругаться. Ноль за бортом, ноль. После воды и сразу туман. Место красивое здесь. Туман рассеется, то есть и солнышко вот туда посмотреть, там, о, места обалденные. Сто семь до Тулуна отсюда. Пол одиннадцатого, ну как раз договорились на 12, что в 12 приеду. Как раз к обеду попадем. Церквушечка, наверное, не действующая. Такая царасная, деревянненькая. Риско. Роско. Или Мроско. Уже 54,50. Здесь топливо. Давай, пошел, пошел. Работаем. Красавчик. Александровка. Ento. Пацаны, говорит, дяденька, вам за 30 рублей фары помыть надо. Я говорю, не спасибо, дружище. А я как остановился в Тулуне, здесь сам помыл. Говорю, на тебе десятку. Мелочи больше не было. И не надо мне ничего мыть. Вы посмотрите, какая сегодня погодка. Встречек нет, то есть никому не мешаем. Сегодня просто... Я даже не знаю, какое великолепие. У меня 14 градусов сейчас на градуснике. Ну, это она стояла, понятно, на солнышке нагрелась. Сегодня просто великолепный день. 3 часа дня. Тулун. Наконец-то мы отковыряли от себя корку грязи. Че скрывать-то? Неделю не мылся. Баню сходил, как с Богом поговорил. Правда, Ленка работает. Муж ее приехал, забрал, покормил. Помылись, постирались. Заехали к ней там, поговорили на работу.
не получилось подмениться. Ой, я уже ехать не хочу. Сытый, вымытый, весь напаренный. Представляете, как сейчас работать? Ужас просто. Давай, газуй. Ну, Васьки. Ну, надо. Говорит, оставайся до утра. Не могу. Я и так отбичевал столько дней. В Усть-Илимске еще терять. Просто не имею на это ни малейшего, ни морального, никакого права. Одиннадцать вот тронулся, пускай даже сейчас градусов 9-10, просто на небе не облачко, фантастика погода. Все у них хорошо, малыши растут, не все хотят учиться, не всем дано, дети ж не свои. Говорит, боремся, пытаемся. Учимся, трудимся. Ну, в общем, жизнь течет. Ага, аж теперь ты туда съехать не можешь. Как они вообще туда, интересно, попадают? А, вот здесь типа переездика такого. Вот. Ну, а мы поехали дальше. Кручу-верчу, обмануть хочу. Не знаю, до Красноярска доедем. Но я сейчас 3. Если час по Красноярскому откинуть, 2. Посмотрим. До региона доеду, не доеду сегодня, не знаю. Мафиоза сказал, завтра будут разговоры со мной разговаривать. А что делать? Говорит, посмеешь уехать? Ну, где ж я посмею? Да, Красноярск пока приедешь, уже ночь будет. Ладно, что тут думать-то? Думать и гадать. Будем ехать, как будет ехаться. Поехали! Братан, меня совсем остановил. Будем ехать, а там как будет получаться. Вон, видите, там он еще. Вода до сих пор стоит. Может, это, не, конечно, не от этого, не от того наводнения, но все равно там. Посмотрим, нам еще сегодня с Костяном надо пересечься. Опять чешется своим йогуртом. На этот. Как его? На Улан-Удэ. Говорю, пожиться халиб сразу в Монголию, да и все. Что-то они менжуются по поводу ехать в Монголию. Хотя все документы, все у них есть. Утаскали уже напрямую, да и все. Некие границы. Не хотят. Я уже сам, если честно, отвык от границ. Так вот, поработавшись здесь, так даже здесь вот простоял и то. Так, это тяжеловато было. Ну, не то, чтобы тяжеловато, ну, просто стоишь, когда знаешь, что ты мог бы ехать, и все из-за чего. И по итогу, ты же без этого швита-то я и так и уехал. Можно же было бы в пятницу без него вопрос решить, отпустить машину. Никто не отпустил. Ладно, как есть. Все, что не делается, все делается к лучшему. Вернемся к нашим баранам. Прямая дорога на восток. На запад. Дорога одна, другой нет. Куда доедем, туда сегодня доедем. Куда доедем? А куда доедем, узнаем вечером. Где мы сегодня пришвартуемся, якорь бросим.
говорит, облагораживают Тулун. С мужем я с Олегом разговаривал. 3 новых детских сада, такие все, школы новые, все с бассейнами. Ну, в общем, так это... Есть движение в сторону улучшения. Город вот облагораживают. Продвижки к лучшему наблюдаются. По поводу всего остального там. Ого, какой он длинный. Через 100 метров со своим тралом. Добро, погнали. Ой, на госпитале соскочил. Я говорю, лень ехать такая вообще. Зеньки закрываются, не знаю, что тут делать. И кофе себе не заварил. А где кофе купить? Не хочешь останавливаться, заваривать. Навалил картошки с котлетами. Говорю, я столько не съем. Говорю, да куда ты денешься? Пришлось есть. Спасибо. Все, до свидания, Тулун, до новых встреч. Монгол пошел навстречу. Погнали. Вот здесь ДТ 50 рублей. Сибирский регион, какая-то заправка. Погнали. Доброго пути. Спасибо. И вам не болеть. Главное — здоровье. Берегите, друзья, здоровье. Мы там в Усть-Илимске бомжевали. Видите, тут хороший снежочек прошелся на этом участке. 27 до Нижнеудинской. С этой стороны солнечной так нету. Потаял весь. А вот с левой стороны, пожалуйста, он и в лесочке так лежит. И на обочине вот здесь вот хорошо так снежку подсыпало. У меня уже почти закончился. Ну, надо выпрыскивать этот весь. Летний залит там был. Надо его весь израсходовать и потом уже где-то купить. Ну, типа зимнего. Насколько он зимний, мы прекрасно знаем. Еще минус 7-8, еще он уже замерзает. Но все равно надо этот весь выплескать и где-нибудь потом возьмем. Омывателя, постоянно рисует омывателя, да, я омывателя, да. Просит, просит, дадим, дадим, не расстраивайся. Ух, как сколько тут хорошо так. С этой стороны даже подсыпало тут так неплохо. Скоро, скоро тут все побелеет, все будет белым-бело. Там гора впереди, о, далеко-далеко. Это уже туда, это уже за Нижнеудинском. Частенько, но встречаешь, ну, что вот маленькую на дагестанских номерах. Типа газелька там или что там есть. Честно сказать, первый раз вижу в этих краях. Мне просто даже интересно, что вот он на ней привозил сюда. Мы уже к Нижнеудинску спускаемся.
Медленная, наверное. Медленно идет. Даже 80 его догнал, да и так он. Потихоньку едет. Блоками.
добежали до Петра. Костян уже где-то тут. Леха сзади. Поедем. Паузу крутанем. Петр, кого тут только нету. Костян вон стоит, уже вижу. Потерян сигнал GPS. Ну и что ты стал? Америка, ну ты думай, что там? Ты устал? Топливо возьму на Роснефти. Дядя Костя, ты какой даме здесь помог, расскажи? Здесь нету, даже да, нету. Никому мужчин, не помог. Мужчин, которые, блин... Ужас какой. Задержались здесь. Ужас какой. Никому не помог. Ну, выходи, поздоровайся. Ну, сейчас он, сейчас Леха припаркуется. На Америке какой-то крендель странный. Мало того, говорит, замешался, смотри, куда-то поехал на Роснефть. Там хрен поймешь, что-то вытворяет. А он на заправку. Так он вообще с другой стороны пошел там в объезд. Ну, не знаю. Он Леха приехал. Пошли кофе пить. Говорили по душам, есть о чем.
желание ехать куда-то дальше отсутствует напрочь от слова совсем. Наверное, мы здесь в Канске и швартанемся. Кроме мостика. Мостик в другой юрисдикции. Станем здесь, на этой стоянке, где у нас крышку от Блю слямзили. Будем надеяться, что... Готовьтесь, через 800 метров плавно повернуть направо. Это было случайное происшествие. Не тенденция. И что-то надоело, если честно, уже ехать. Едешь, никак никуда не приедешь. Да и после баньки надо хорошо выспаться. Вот ты как под мостом, нет никого, дай. Сейчас объездная лучше, чем через город. Пораньше, с рассветом выйдем. Тем более сейчас там потом за Канском там стоянки такие всякие дырявые. А здесь сейчас туда в сторону съедем. Ужинаем, выспимся. И завтра с новыми силами в путь. Плавно поверните направо, затем используйте второй съезд. Америка через город побежал. Нету никого здесь. Кабизну сделали, как они стоять перестали. Через город что, напрямки-то нормально. Там-то дорога хорошая. Посмотрю завтра. Может, поеду через город. С утра буду выезжать. Может, по объездной, как желание будет. Пока поехали спать. Через 140 метров плавно поверните направо. Где тут кто? Да. Дорожная, которая сеть. Шесть. Тоже рано, да? А, 5 утра. Угу. 5. Понятно, сейчас заставят со всех сторон. Красиво вот парни стоят, да, на выезд. Нас сейчас заставят, сзаду забьют, спереду. Ладно. Будем надеяться, что все будет хорошо.
и все. Хорош на сегодня. Ой. Закрываемся. И баньки.